Возле него какие-то чуваки с ружьями. Почему-то такие большие шапки, как почему-то идет медвежий. И как шотландки на них, мужики в юбках. Это Англия. Он с ними фотографируется, вот стоит вот так. Чувак такой худощавый, лет 60 с чем-то, до 70. Неужели сам принц? Так, я бы хотел. Улыбается, да, похоже, улыбается, и они возле него, вот так чуть сзади, он на их фоне фотографируется такой. И они вот ружья держат. Зачем принцу Эндрю фотографироваться вот этому? Это ж Это типа супруг этой королевишни. для журнала. Это публичная деятельность. Ну давай с ним поговорим. Он видел мою фотографию? Не, зачем фотографии? Он знает о том, что сила какая-то есть, которая выхлестывает. Почему-то. Вот что Да, услышала. да, 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 да. И что он хочет сделать с этой силой? Планирует, намерен. Кошки-мышки. Кто кошка? Задавить медленно. Время играть, давить, тянуть. Как? Не его проблема. А что он хочет делать? Зачем ему время? Всем нужно. Супруга жива, королева. Грубо. Но тем не менее, пусть ответит живо. Уходи. Нет. Где ее сила? Ну вот если скажу обратно, скажешь, что я выдумываю. Он сказал, свою просрал, мою не лезь. Она жива? Или а тут идет, что тебе до нее не лезь, отстань, мое дело, и не обязаны по-разному. Ты его схватил за грудки, что ли? Ну, как бы так вот. В ладошке сзади, чтобы не убежал. Я вижу просто, что удерживаешь. Так, скажи, твоя на мою очень похожа. Почему? Спроси. Говорит, забирай. Так она жива? Ты ему за горло больно сдавил. Он Его? да. Он просто хрипит, ему говорить тяжело. Я лишь его в резонанс вывожу, потому что нехер пробивать мои кастрюльки. Это мои кастрюльки. Ну, я такое не буду говорить, как он говорит, или... Скажи ему, если он хочет жить, пусть отстанет от меня нахер просто. Тогда он успеет умереть естественной смертью. Пока я буду зачищать. Иначе начну с него. Выбор за ним. Пусть выбирает сейчас.
Непереводимая игра слов, которая обозначает, что он не согласен. Хорошо, ждем. У него есть квантовые компики на нем? Панельки какие-то квантовые. Посмотри, Они его что закрывают, как облицовка. диагностов ему золотистого обычных пока. Пока поиграемся. Хорошо. Апельсинку диагноста синего, диагноста зеленого, белого и золотистого. Хорошо. Откуда у него столько всяких блестючек? Я думала, вообще это медалька, это панельки какие-то. Да, Как квантовые. закрывающие какие-то. Облицовка пришла. Защита. Ну вот одной меньше стало, посмотри, от кто их делал-то. Их в Дании делали. Ну, Тоже Европа. и этот мудила из Дании. Кто у нас напал? Стеклянный генерал отошел. Живой. Быстрый. Ну, так, еще немножко. Белый диагност, говорит, не белый диагност, а белый, который с ним работает, Программист. программист. Еще 10% восстановления нужно. Хорошо, пусть работают. Покажи ему этого принца. Скажи цель. Да, показал. Рок. Живой, все хорошо. Да, его освободили. Пусть на него парят. Какое время у него? Дата. Можешь спросить? У Эндрю этого, или как его там? У принца. Какое время у него? Год. Ему сколько лет, я не понимаю. Спроси, Про который год сейчас? 194. А в миру сейчас какой год? Дата. Или не понял, или ржет, но говорит 2021. Хорошо, мы разговариваем онлайн. Рок на него как действует? Ну, я бы не сказала, что положительно, голову закрывает. И эти блестяшки рассыпаются. На всю Англию парят, на Лондон. Квантового компика точно нет, просто блестяшки. Есть, почему нет?
посмотри, где он на физике он стоит, который у него. У него несколько. У него несколько, у него три или четыре именно на нем. И на физике есть. Где стоит один или Блин. два? Ну вот дом какой-то вижу огромный, дворец даже. Ну смотри, где он там. Большой, я бы сказала, или П-образный, или на, или вот квадратом, вот таким прямоугольником. Здание какое-то. Как выглядит квантовый комп? Кубик, это пирамидка, это Пирамидка. уже такой Да, это пирамидка. кристаллический новый, да? Кристаллическая пирамидка, да. Под углом идет вот тут собираются лучи и сверху в один и идет вот запрос-ответ на один. Отлично. Давай будем. И его достаточно сложно разбудить. Ну, уже пошел процесс. Да, я вижу. Куда он отсылал запросы-то? Не могу понять, что это за точка в пространстве. Впечатление, что она ощупывает. Знаешь, вот как луч, вот как радар. Так, Потому так, что я так, ищет. сказал же Кону не давать ответы. Он просто прощупывал пространство, как сканировал его, искал, куда, куда, Да, куда. и более такое ощущение, что он просто обсчитывал, ну, как вот на в кристалле идет расчет и все. Как работает, как обычный комп, только очень-очень эффективный. Странно. Просто выполнял старую программу. Возьми-ка еще один квантовый компик, его второй. Поищи. Да, вижу. Где он стоит? Более теплая страна, чем Англия, но где-то тоже в Европе. Вижу большой какой-то элитный дом, как гольф-клуб или что-то такое. Да, потому что зеленая лужайка рядом, огромное такое поле. Несколько гектар, наверное. Машинки там эти ездят. Знаешь, маленькие такие открытые. Точно какое-то элитное. Не очень высокое. Несколько этажей. Максимум три, по-моему. Как Испания. Большое поместье. Да, куча портретов каких-то. Старинный замок или дворец, что-то такое. Где там этот комп? Комната большая, стилизованная под библиотеку. Камин там стоит. В центре стол большой. Стол это как, ну, просто как ширма. Такое дерево какое-то. Там панельки раздвигаются. И он внутри, он большой, но не знаю, Кубик. размеры. Это кубик, да. Пораньше сделанный. А он куда долбится? Где точка?
Как в Кона, но я не вижу, чтобы он прилетал заряженный оттуда. Я Шкону сказал не давать ответа, и Да. меня долбятся, но больше меня раскалывают ударами. Я вот тоже вижу, что туда летит и назад летит, но пустой, нету того, что нужна информация. Ну, то есть, ее же видно, поток изменяется, Да. если он Он должен наполняется. получать готовый ответ, а их нету. Те же самые. Те же самые, хорошо. Но долбится в кона. Или вообще никакие, надо на поглощение поставить. Готово. Кстати, много повскрывалось расположение. И в России квантовых компов много. Попробуем разбудить. Тот, который в Испании, правильно? Да, можно. Такое впечатление, что его в сейф засунули, ты понимаешь? Реально как сейф вижу. Он сейчас даже не подключен, получается, к сети, странно. На какое-то время его подключают, как, знаешь, не то что аварийный, но когда Да. необходимость какая-то. Чтобы сохранить. Чтобы не засекли. Задачу выполнил быстренько и снова. Да, можно разбудить без проблем. Давай, трогай. Тридцать шесть, 17, 41. Смотри, сколько я сейчас тяну вот таких вот компов. От России, Архангельск почему-то, и Нижний Тверь до Испании. Там около сотни. Ты как невод зацепил и тянешь. Позови Финьков, пусть потрогает лапками. Да, хорошо зовут. Трогает, все нормально. То мы замучаемся каждого. И пусть потрогают все, которые в этом принце. Отлично, шустренько пошло. Ох, мне аж прям легче стало, легче, легче. Что бы мы без финков делали? Красота. Того с белесыми глазами трогать не будем? Будем, конечно же. У него какие там компики, где они стоят. То же самое, Финьков на него. Диагностов и Финьков. Может, ему от лета? Давай от лета пусть спортом Жалко, занимается. жалко, человек полный-полный. Ему же тяжело, наверное. Тогда уж и медсестру, раз такой пунктик у человека. И доктора. И няню можно. И няньку, да, обязательно. И сваху. Пунктик же. О, да, действительно, полный. По высшему разряду обслуживания. Квантовая. Вот он пусть тренируется от них отбиваться. Компики, что в нем где стоят. По позвоночнику в основном. Откуда у него столько их? Он достаточно, скажем так, высокий чин имеет. Ранг, чин. Как это правильно? Звание физически, а где они находятся? Кампики. Это Дания. Они примерно там и находятся. Это как Министерство обороны, ну вот такое что-то, департамент какой-то. НАТО. Копенгаген. Найди. Как выглядит?
Здание? Компики. Компик. Да, обычные компики квантовые, квадратные, не какие-то там по-другому. Такое впечатление, что они тоже в сейфах спрятаны. Финкан. Защита какая-то, то есть кожухи какие-то. Чтобы мы их не увидели. Угу. Включили там на несколько секунд. Они Да, они обработались и отключаются. отключаются, да. В пульсирующем режиме. Но теперь даже и в этом режиме они йог. Да. Без толку. Будем. Показала Финька. Сколько их там? Те, к которым этот человек подключен, тех всего 3. А вообще в этой организации больше 16 тысяч. Надо всем. Покажи генералу такие. Да, показала. Он может будить их. Рубить их. Пусть рубит. Да. Покажи, что они выключены, их тоже нужно рубить везде, по всей земле. Да. Сколько у него? Армия в порядке, спроси. В порядке. Покажи, чтобы быстро бегали, скажи. Да, не бегают, передвигаются. Передвигаются. Покажи программисты, скажи, пусть защитный код себе, как халат оденет. Да. Чтобы не взломали. Угу. Есть такое. Все, всплывай. Пока достаточно.